История мастера спорта России по авиамодельному спорту Андрея Щедрова. Пример тому, как детское увлечение перерастает в дело всей жизни. Увидел, у нас в парке запускали кордовые самолеты, которые по кругу летают. Заинтересовался, узнал, что за организация. Пришел, понравилось, затянуло, так и остался. Ну, вот уже 15 лет, как я. Не большой авиация, но поддерживаем этот спорт. Тянет в небеса. Теперь Андрей не только летает сам, но и увлекает за собой учеников. Руководит авиамодельной секцией в Павловском Посаде. Это мой самолет, называется он H-540. Я начала летать на нем совсем недавно. Он показал очень хорошие летные характеристики. Он очень хорошо крутится в небе и летает очень-очень классно. У него очень яркая раскраска, которая привлекает его в небе. Год уходит на постройку данной модели. Ну и плюс еще разработка, которая все это до сборки самой. Член сборной России по авиамодельному спорту Ирина Паршикова в этом году поступила в Московский авиационный институт и будет конструировать настоящие самолеты. А пока готовится защищать честь страны на чемпионате мира. Как в фигурном катании. Проблема пролететь прямо и ровно. Бочка 8 фиксаций. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Мастер спорта международного класса, неоднократный победитель и призер российских и международных соревнований Сергей Данилов показывает классический пилотаж. Такие же фигуры может исполнить в воздухе настоящий самолет. Увлеченных небом из разных городов Подмосковья собрали показательные выступления авиамоделистов в День воздушного флота России. Организаторы, представители спортивно-технического клуба «Пилот» пригласили своих друзей и коллег обменяться опытом, похвалиться достижениями. Двое ребят получили первый спортивный разряд. Вот. Ну и пришло много молодежи, которые занимаются. И будем растить дальше. Хотелось бы, чтобы у нас была не только родина футбола, а люди, которые хотят связать свою жизнь с авиацией. В показательных выступлениях приняли участие авиамоделисты разных возрастов, титулованные спортсмены и просто любители, для которых летать и иметь пламенный мотор в сердце важнее всего остального.